Давайте поговорим об электродвигателях и разберемся, что такое синхронный электродвигатель и какое место он занимает в мире. Без электродвигателей нашу жизнь сегодня представить попросту невозможно, и вся наша цивилизация существует только благодаря им. И дело в том, что 80% всех электродвигателей в мире — это именно асинхронные электродвигатели. Почему происходит именно так? Дело в том, что асинхронные электродвигатели — это самые надежные, доступные и дешевые электрические машины, которые можно применять в огромном количестве самых разных направлений. Например, такие двигатели активно используются в сельскохозяйственном оборудовании, технике, строительном оборудовании, медицинском оборудовании, военной технике, в авиации, в кораблях, яхтах, катерах. Наверное, проще рассказать о том, где не используются асинхронные электродвигатели, ведь этот список можно продолжать бесконечно. Теперь давайте поговорим о цифрах. На сегодняшний день более 10 тысяч самых разных видов асинхронных электродвигателей существует. Более 90 миллиардов единиц электродвигателей работают прямо сейчас. И более 60% всей промышленной электроэнергии потребляются именно асинхронными электродвигателями. Как видите, асинхронные электродвигатели играют важнейшую роль в жизни каждого человека. Именно поэтому так много людей интересуются технологией совмещенных обмоток «Славянка», которая позволяет инженеру Дмитрию Александровичу Дуйнову проектировать асинхронные электродвигатели нового поколения. Сегодня для того, чтобы проектировать такие электродвигатели, строится инновационный центр «СОВЭЛМАШ» в рамках проекта «Двигателя Дуйнова». Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре «СОВЭЛМАШ», проекте двигателей Дуйнова и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.